Сейчас, перцы, тормозите, сейчас надо это выложить в ТГ, то что этот начался стрим. Что вы сразу начинаете-то? Здравствуйте. Что ты там делаешь? Спрячься за занавеску, что ты людей пугаешь? А что она упала? Вставай. Хотите, я кунг-фу вам покажу? Сорите. Да твою мать. Сорите кунг-фу. Так. Да это не то. Ты что, что она творит? Подождите, сейчас, сейчас все будет, подождите. Смотрите, свертухи ее. Уничтожил просто, видели? Мать сразу... Смотрите, что она творит, гля. Она хоть и больная вообще, тупая немного, но смотрите, что делает сразу. Опа, такая, здравствуй, я знаю куда. Так, спрячься, чтобы тебя не видно было. Сейчас Лера приедет, короче, будет волосы красить. Не, она на маникюре, поняли? Вот, дайте что-то на телеке врублю. А что надо сделать? Так. Так, а что мне надо? Мне надо вот это воткнуть, вот это вот воткнуть вот сюда. А куда здесь втыкать? Что-то я воткнул, что-то не то, слышите? Ладно, сейчас разберемся. Это сюда втыкаем? Да иди ты нахер мешаешься, слышишь, кастрюля. Да иди нахер, тебе сказали, гля. Ну извини, ну что ты сразу начинаешь? Что ты, что такое? Что ты сразу больняешь? Да все нормально, иди полежи. Так, воткнуть надо вот это вот. Куда я хотел воткнуть? Мать. Поехали. Так, а теперь сюда воткнуть. И тебя на прогиб воткнуть. Видели? Что ты сиськи свои покажешь? Спрячь сиськи. Что вы пишете, слышишь? Дебил, говорят, пошел в очко. Лер, ты смотришь трансляцию, ты далеко, слышишь? Диана, задерживаюсь на 15 минут, ты шо, вгашенная? Мне волосы кто будет красить? Телевизор, включись. Гляньте, ноги протянула. А у меня еще здесь Лерин телефон и мой. Хотите, я вам Лерины переписки почитаю? Ага, что, больные, что ли, что вы? Это Лера, если что, в Sims, а, вы не видите? Ну, это Лера, если что, в Sims играет, это не я. Что, я больной, что ли, в Sims играть? Сейчас я подойду к вам, подождите, что вы орете сразу? Сейчас подойду к вам. Это что происходит, я не понял. Вот это вот, я это не включал. Ты включила, слышишь? Смотри. Ты включила вот это вот. Я против рекламы, за которую мне не заплатили. Так, иди отдыхай. Ой, а что я сделал? А, все нормально. Шо вы, как дела, перцы? Где Лера? Да она на ногтях сейчас задержится, скоро приедет, будет волосы мне красить. Хотите, вам заценю? Смотрите, я себе мотоцикл хочу взять. Хотите, заценю вам? Слышите? Вам видно? Красивый? Гляньте какой. Я хотел такой какой-нибудь необычный розовый. И тут посмотрите, на нем татуха есть, прям на мопеде. Во. Нормалды? Чикастрюля, слышите? Ты делал с Лерой кекс? Ты шо, вгашенный, больной что ли? Ты шо несешь? Конечно нет. Ты ее видел? А вы реально издеваетесь над друг на другом? Кто издевается над кем? Ты шо, придурок? Никто над кем не издевается. Гляньте, ММДэнс какой маленький. Нормально. А на шо тебе на сандоли? На шо нас... Ты шо мои очки уронила, ты? На шо на сандоли, слышишь? Ты не знаешь? Так, если шо... Она сама на руку у меня упала. Я не изменяю Лере. Очки мои уронила. Гля, у меня уже... Вот это шторы, видели? Вот это вот шторы. А, надо на что-то... Сейчас. Иди, гусей паси. Ты шо, больная, что ли? Смотрите, мы, короче, купили недавно. Ну как недавно? Это охеренные чипсы, поняли? Вот. Вот. Вот еще. И еще тут две пачки. Поняли, короче, это банановые чипсы. Короче, если вы считаете, что банановые чипсы херота, я тоже так считал. А потом я как попробовал, такой, что? Антон, тебе сказали двоечку прописать. Так, перцы, сейчас я вас поставлю как-нибудь. Двоечка за пацанов. Готово? Становись. Нормально, стой только по-братски. Смотрите, двоечка, она бьется не как вы думаете с кулаков. Двоечка бьется с двух яичек, вот так вот. Твою мать, я разлил, гляньте. Твою мать! Гля, я разлил! Антон, а ну-ка, прострел Антону! За жопу! Пошел, из-за тебя это все случилось, Антон! Еще и на Лерин планшет! От чараш! Так, надо тряпку нести! Антон, ты тряпка! Гля, все разлил! Что вы ржете, кастрюли, слышите? Это из-за вас все, пропиши двоечку, глянь, я разлил все. Так, и что теперь делать? Так, надо полицию вызывать, мне кажется, потому что... Ну я не знаю, что с этим делать, гля. Так, нужна тряпка. Сейчас я тряпку возьму, сейчас я выжму. Ну ты, Антон, конечно, и срака сутулая.
Глядь, что натворил, разлил все. И за тобой убираться теперь. Что вы ржете? Хорош ржать. Кто написал, чтоб я двоечку Антону притулил? Вытирай теперь вот это вот. Что ты смотришь на меня своими глазами кривыми? Кастрюля, гля. Так, а что она мне? Так, мне что-то Лера отправила, кружочек. Гляньте, прикиньте, Лера на мотоцикле едет. Сейчас. Вообще кастрюля угашенная, да. А я Лере все расскажу. Да она сейчас приедет, увидит все, гля. Гля, я придумал, я скажу, Антон обоссалась. Я еще вот так вот посажу. Смотрите, Антон, сядь ровно. Гляньте. И так нормально будет, сейчас я вам покажу. И смотрите, как будто обоссалась она даже. Я такой, Антон, ты что, обоссалась? И лещаю ей вот так. Не, скажу, наблевала, гля. Прикиньте, нормально же идея. Похоже, как будто она наблевала. И вот так вот, типа, сейчас покажу. Вот так вот ей. Нюхай бебру. Вы видели хоть что-нибудь на самом деле? Антон наблевала, гля, скажу, Лера. Сейчас, давайте кружочек запишем. Лер, гля, Антон наблевала, ты прикинь, струганула, прям вот лежала на кровати, струганула. Лер, гля, Антон наблевала, ты прикинь. Все нормально, она поверит. Потому что, ну что, я брать, что ли, ей буду? Нет, конечно. Да что она закопает? Она поверит, то, что это Антон наблевала. Что вы не... Что она больная, что ли, не верить в такое? Так, кстати, она уже приехала сейчас, она уже поднимается, скоро будет дома. Гляньте, у меня что-то, кстати, есть. Вот, знаете, что это? Это поняли, как дошик, только, короче, рисовая каша. Такая херота, на самом деле. Странная на вкус. Ну, блин, что-то я подсел на нее. Что у меня за окном? Ничего там нету, что ты мне городишь, слышишь, ты, кастрюля. Что она мне пишет? Ты обосрался, говорит? Ты что, больная, я тебе говорю, это вот, Антон наблевала. Лежит и такая... Я тебе что, врать буду? Ты видела? О, пришла кастрюля. Ща. Заходи. Не матерись, ты чё? Гля, прикиньте, зашла, я первое, что сказала, мат. Гля, видела, Антон наблевала? Прикинь, лежит и такая... Гля, на серьёзно... Да ты разлил, что это? Да никто ничего не разливал. Это Антон настругала. Ты что мне не веришь? Да, 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 надо меня покрасить, слышишь? Ты переодеваться будешь? Нет, так буду. О, есть майка, которую не жалко? Да, твоя любая. А слушайте, Лера мне просила сегодня приготовить пожрать. Вот. Да и ты что сразу нарываешься? Фу, уйди. Что ты хочешь от меня? Гля, видели, сразу подошла и вот это... Пошла от меня. Хотите еще сегодня, когда меня покрасят? Лер, я Лере обещал приготовить похавать. Хотите? Ну что ты приперлась? Ну красиво это, смотри. Хотите? Я приготовлю сегодня похавать еще. Готовь жрать. Слушайте, ну тогда надо это, собственно... Да... Гля, она зашла за камеру и жопу чешет. Я все видел. Покажи. Она жопу чесала, поняли? Она не хотела, чтобы видели, что как она жопу чешет. А что ты сразу обижаешься? А что она обижается? Я не чесала жопу, дебил. А что ты делала? Что ты делала? А что ты делала там рукой вон сзади? Ой, ты меня бесишь. Так, давай тогда вот так вот и сделаем, возьмем. Надо мне волосы намочить. Ну слушай, да, на, вот так вот снимай, я волосы намочу. Мне нужно голову мыть или просто намочить? Берешь как? Краску и читаешь инструкцию. И шо, а где мне краску взять? Так, применение, вымойте волосы с шампунем, я понял тебя. Все, вопросов нет, я тебе... Так, а мне нужно шорты снимать? Не надо, ты тебе голову просто помой и все. Хорошо. А вот этим душем или вот этим? Вот этим. Лера, у нас есть шампунь? У нас шампунь закончился, ты прикинь? Так, гелем для душа, Коль. Так там написано шампунем, Лера. Гель для душа пойдет. Я тебе сейчас тыкну, знаешь куда? Слышишь, ты кастрюля. Что ты меня тыкаешь там, начечила? Здравствуйте. Привет. И тут у меня осталось чуть-чуть шампуня. Пацаны, смотрите, до последней капли надо все выдавливать всегда. Потому что вы продукты переводите? Фу, блядь, мне в рот что-то попало. Взбиваем вот это вот и выливаем на ладонь. И что это я себе налил? На голову сразу. Так. Хоть да гелем для душа помой. Да сама ты гель для душа, иди мой, блядь. Жопу себе гелем для душа. Еще налить туда воды. Взбиваем. Коктейль делаем. И на голову сразу. Опа, Паша, поехали. Мылиться. Мылиться? Ну, плохо очень. Ай, блядь. Плохая идея. Коля, все пишут 18+. Привет. Ну, привет. Так, оцениваем обстановочку. Что у вас тут по голове?
Так, вши немного. Ты что, Гарсина, какие вши? Покрась мне волосы, а не вши ищи. Нахер тебе мои вши, слышишь? Это мои вши. Только по-братски аккуратно, за что это? Выгонят с хаты, я тебя первую выгоню. Как с ногтями волосы красить? Да вот сейчас проверим, как-нибудь. Держи. Поехала, поехала, пошла. Да есть же, давай. Вызывайте на нее ментов, гля, что она сотворила. Да что ты орешь? Бошка вся красная, ты гля. Пацаны, что как там получается? Я нихера не вижу просто. Сама ты волос на шее, глянь, вот здесь не покрасила, а шею ты мне покрасила, получается, да? Нормалды покрашена, что думаете? По-моему, ништяк же, да? Красные руки все. У меня палец, гля. Посмотрите палец. Оближи. Да иди отсюда. Лера, что тут стул делает? Убери стул отсюда. Я тебя сейчас уберу. Я тебя сейчас уберу. Ну не я мою посуду, потому что я с утра Ты моешь. Я в прошлый раз мыл. Неправда. Ты, Лера, моешь посуду. Нет, это правда. Ты моешь посуду. Я сегодня утром всю посуду мыла. Я не буду мыть посуду. Я утром мыла. Я победил, походу. Нет. Давай голосование в чате устроим. Перцы, тут надо... Так. Тебе прострел. Пошла нахер. Собирай свою кастрюлю, иди. Ты твоя очередь. Ой, у нее сиська вывалилась. Аккуратно. Антон, что ты сиськи свои показываешь? Я буду готовить. У меня ногти только свежие, мне нельзя в воде вообще находиться этот день. Ты сейчас... Хочешь, напишем моему мастеру и спросим? Не хочу я твоему мастеру писать. Она тебя поддержит просто психологически. Она дерется. Лера, твоя... Я очередь... Давай готовую еду купим. Нет, ты все равно должна помыть посуду. С какой стати? Потому что я в прошлый раз мыл. А почему ее тогда так много? Тут вопрос уже к тебе, какого хрена ее так много. Лер, ну я сейчас наготовлю, мне придется мыть же. Ты будешь реально? После готовки, да. И готовить будешь? Я готовить буду. Поклянись. Перцы, ну я что, врать буду? Они же, у тебя свет направлен в другую сторону. И шо? Ты дебик, Коль. Ты дебик. Да что ты ноешь? Мой посуду, кастрюля. Ну у меня ногти свежие. Так, женщина, иди на свое место. Что ты хочешь, подписчиков ударить? А ну-ка. Тебя. Да меня за что? Их бей. Все, ладно, пока. Давай, пока, мать. Ты готовишь и поклянись, что ты ничего не попросишь сделать. А что надо, а что я могу попросить у тебя? Доску подать, порезать. Хорошо, я сам все сделаю. Гляньте, кастрюля какая. Лера, что у меня так жопа чешется? У меня тоже. У тебя тоже жопа чешется? А где, покажи, у тебя жопа чешется? А может, мы глистов подхватили на жопу? Прикинь, а если реально? Ты что, больная? Какие глисты? А почему жопа чешется? Так мыть ее надо. Я мыл последний раз на прошлой неделе, а ты? Да ты вчера утром сегодня мыл. Да говорю, да я жопу не мыл же. Я под мыханы помыл, а жопу нет, нахера? А ты когда? В прошлом месяце вообще? Я утром. Да что ты утром врешь мне? В прошлом году ты жопу... Ой, мыло. Мой посуду. Мы с тобой дочирикались. В чем наказание? Мы дочирикались с тобой. Это не наказание, это достойный отчаяния спора. Шо? Шо ты хочешь? Иди от меня. Мой посуду. Да хватит. Покажи мое лицо фирменное. Гляньте, Жел. Ладно, давай. Сделай прострел Лере. Что? Мой посуду. А что ты так обоссала? Ты подкрался на носочку. Я думала, какая-то какой-то чупакабра, блин. Да хватит мне в жопу лезть. Ну не хочется. Полотенце. Это наше полотенце? Да. Но у тебя сейчас красивая прическа даже. Шаришь? Сейчас Коля первый увидит реакцию. Нифига, ты красный. Да. Перец. Нормально? Вообще идеально.
Вообще супер тебе очень. Гля, она чуть-чуть покрасилась. Так, перцы нормально? Так, а шо вы, перевернитесь. Ну, нормалды. Нормально же, да?